Кот Мурлоша, кошка Муська любят колбасу и молоко. Собака Умка любит клубнику. Кошка у меня Кира, а собака у меня Тузи. Муж называл и кошку, и собаку. Любят они, наверное, внимание, как любые люди, живые существа. Вот, домашние животные. А из еды? А из еды? Ну, что-нибудь вкусненькое, мясное. Да, как кот. Сосиска. А меня любит. Очень меня любит. Ну, а если из еды, то он, в принципе, неприхотлив. Он любит все. Попугай. Кеша конфетки любит и фрукты. Кот. Как его зовут и что он любит? Черныш. Хозяйку. Рыбка. Как зовут и что она любит? Гуфи. Ее зовут. Любит покушать. Что ест? Креветки ест. Сушеные. Том любит спать и валяться на подоконнике. Да, он особо не привередливый. Корм, мясо. Все. Ну, на самом деле имя дал только одной. Ее зовут Дора, да? Дора. Это моя любимая скалярия. Здоровая такая. А любит она, на самом деле, как раз когда в аквариум светит солнце. Она отворачивается к нему спиной и ее очень красиво обдувает, так сказать. Собака. Вот скажите, вот как ее зовут и что она любит? Его зовут Джек, и он очень любит спать. Кошка. Как зовут и что она любит? Алиска любит вискас. А еще кофе с молоком. А домашние питомцы это? Да. Ну, собачки, там, кошечки, рыбки. Кот ест парсик. Что любит? Что любит? Мясо. Курицу, рыбу и горечь на балконе, да, там бежать, играть, да.